Так, отель Риу Пелес Баваро. Это лобби отеля. Такой карибский стиль, какие-то разные цвета в решениях. Много розового, желтого, черного. Такой микс. А это при выходе с лобби. Мы уже видим первые корпуса отеля. И такая прогулочная часть, которая идет прямо к набережной, к пляжу. Это номер Junior Suite в отеле Риу Пелес Баваро. Прямо в номере есть вот такая ванная. Большая двуспальная кровать, диванчик. Номер порядка 45 квадратных метров. Выход на балкончик, своя терраса, видно территорию в сад. Вот. Есть вот такая вот открытая часть ванны с умывальниками, с туалетом. Часть номеров вот с открытой такой частью, часть номеров есть с закрытой частью, со шторой, которая закрывает эту всю красоту. Так, вот так вот выглядит главный ресторан отеля. Тут вот такая есть аллея с такими каменными, мраморными фонтанами. Ну и, в принципе, вот корпуса. Итак, главный бассейн отеля Риу Пелес Баваро. Он такой в виде волны немножечко выглядит. Впереди пляж. Там уже видно немножко море. Сейчас мы до него тоже дойдем. Еще один ресторан ближе к пляжу, он работает днем как основной ресторан, дополнение, да, вечером как стейкхаус. Так, и вот пляж отеля Rio Palace Barbaro. Он не очень большой, но достаточно широкий, пальм много, много лежачков. Вода здесь неплохая. Если волны поменьше, то водорослей тоже становится поменьше.